Müller dentro ancora per Podolski di fronte a Romero. Podolski, close. Germania 2, Argentina. Spazio, lo rivediamo. Müller è eccezionale perché difende. Ma Podolski guarda, guarda, guarda quando si sposta Burdisso. La palla passa lì in mezzo e veramente Romero non può più niente. Tutto regolare. 2-0 della Germania sull'Argentina. Quando i minuti sono 23 nel corso della ripresa. Germania con un piede e mezzo a Durban. Ed è pronto Pastore. Sì. Которому уже закончился контракт с немецкой сборной, между прочим. Вот прямо здесь, на чемпионате мира. Но он продолжает ее возглавлять в надежде на продолжение контракта. И контракт, конечно же, будет продлен. И продлеваются атаки сборной Германии. И Клозе! Клозе забивает свой 14-й мяч в чемпионатах мира. Впереди полуфинал. И впереди только Роналдо с его рекордом в 15 забитых мячей. Мирослав Клозе, спасибо партнерам. 4-0. Германия, Аргентина. 4 мяча англичанам, 4 мяча аргентинцам. Что же ты, Игуаин, со своими 4 голами. Это было красиво, показывает Клозе. Вот смотрите, навес починал.